Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 7 августа. И я вот сейчас на примере этого томата, вот это русский богатырь, 69 номер. Он сам по себе красный, но мякоть у него внутри вот такая, видите, розовая. Я сейчас сижу, разрезаю их, выковыриваю с них семена. И я вот хочу на примере этого томата показать вам, насколько важно дожидаться, когда все-таки томат дойдет до своей биологической зрелости. Это же самое я показывала вам на индийском мясе. Вот смотрите, вот эти томаты, казалось бы, спелые. Вот такие мы обычно рвем, мы уже с них салаты нарезаем. Все прекрасно. Но если мы сравним, открываем этот вот томатик. Сейчас, подождите. Ой, я его уже разрезала. Видите, какая у него мякоть невзрачная. И тут видно, если снаружи не видно, то внутри уже видно, что он розовый, но цвет не интенсивный, он недостаточно прозрел. Следующая степень идет вот такая степень зрелости. Видите, он уже улучшается. Вот был сначала вот так, потом был вот так. А снаружи кажется, что они совсем спелые. Но если мы разрезаем, и смотрите, как совсем по-другому выглядит русский богатырь, который окончательно вызрел. Он малиновый такой, ярко-малиновые вот эти вот срезы. Он делается очень сладким. Поэтому еще раз повторяю, не торопитесь, чтобы потом не пришлось говорить, этот сорт невкусный, этот кислый, этот вообще какой-то как трава. Я много часто таких комментариев вижу. Может быть, мы сами виноваты, что у нас томаты кислые, невкусные. Мы не даем им полностью. Там же идут... Вот даже его сорвешь, он, казалось бы, вот такой спелый, но там еще идут процессы. Да, ему уже ничего не надо. Ему не надо воды, его не надо поливать, его можно даже снять с куста. Ему и куст не нужен. Но он там созревает, дозаривается. Все вот это вот там по полочкам у него раскладывается. Он приобретает аромат, свой вкус и свой цвет, который должен, ну, по характеристикам сорта совпадать. Вот смотрите, вот этот сорт «Русский богатырь», он вообще красноплодный. Вы видите, что вот сам томат, вот этот красненький, все. Ну какая малиновая, яркая, темная, почти бордовая у него мякоть. Такую мякоть вы увидите только у окончательно вызревшего спелого томата. А многие съедают его вот в таком виде или даже вот в таком. Конечно, так он вам не понравится. Богатырь должен быть вот таким. Все, тоже советую вам этот сорт. Он очень урожайный, хороший. Но главное, какой бы сорт вы ни посадили, чтобы узнать, насколько он вкусен и насколько он... Ну, чтобы все его достоинства оценить, конечно, нужно ждать, когда он поспеет.